Всемирный день окружающей среды был провозглашен еще в 1972 году. Сегодня на фестивале в Томске в честь этого события организованы выставки, концерт и мастер-классы. Как мы сегодня можем помочь природе? Узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, чем вы тут занимаетесь? Здравствуйте, мы проводим мастер-класс изготовления магнитов техники вживления в дерево. Тематика магнитов – экология, то есть нужно охранять животных, беречь природу. Мы учим этому дошколят. Всегда нужно начинать с детей, потому что это, наверное, те люди, которым мы с детства можем вкладывать правильные моральные вещи, в том числе отношение к природе, к экологии. И именно они, я думаю, что изменят все, что там в будущем нас ожидает. Всего 20 мастер-классов, среди которых изготовление закладок, экомагнитов, украшений, роспись по дереву, работа с глиной и берестой. Их проводят специалисты, а также студенты техникумов и вузов. На мастер-классе «Посади растения» дети могут высадить туи и петуни, забрать их домой. А еще здесь расскажут, как ухаживать за ними. Туя западная, семена собраны с наших больших деревьев в Томске. А детям легко ухаживать за ними? Да, тут ничего сложного нет. А как вы думаете, в Томске достаточно озеленения сейчас? Может быть, именно на улице города нужно высадить эти туи? Можно высадить на улице города. Будет красиво и уютно. Один из мастер-классов – рисование натуральными красками из лука, клубники, кофе, куркумы, других овощей и фруктов. Здесь же расположилась выставка настоящих газовых автомобилей. Можно почувствовать себя водителем и узнать, каковы особенности техники будущего. Преимуществами техники, работающей на газу, является ее экономичность, а также уменьшение выбросов в атмосферу. На интерактивных площадках посетители попробуют себя в роли лесных пожарных и химиков, тестируют приборы, измеряющие вредные вещества в воздухе, определяют нитраты в продуктах, измеряют уровень радиационного фона. Также здесь работают пункты по сбору крышечек, обмену вещами, а также буккроссинг. Как еще можно поддержать мировое движение защиты природы? Например, включить в свой рацион экологически полезные продукты, отказаться от одноразового пластика. Все это так просто, но может помочь как родному городу, так и всей земле. Валерия Клеменова, Андрей Юрченко. Томское время.